Здравствуйте, дорогие подписчики канала Cat Family. Смотрите, какую травку вот нам получилось вырастить. Маруська ест. И из вот такого пакетика Трикси, видите? Кто помнит, мы купили 4 пакетика, 2 вот таких вот и 2 для котят Лизи. Солнышко, что с тобой такое? Что она тяжело дышит, мы сейчас ей будем давать лекарство. Ладно, продолжаем видео. Короче, вот такую вот травку мы вырастили котиком из вот такой вот пакетика Трикси. Значит, что сюда входит? Вот мы сняли, открыли, видите? Сюда входит вот такой вот пакетик. Вот, видите? Мы сейчас его будем замачивать и делать еще травку, потому что получается одна успевает вырастать, я даю котикам. А пока одна вырастает, вторая намоченная становится на лестнице у нас тут стоит. И мы ее подготавливаем. То есть постоянно у котиков получается травка. Вот видите? Марвел ее сейчас кушает. Да, Марвушка? Марвуша! Ой, ты бози, что там грызешь? Фу, прямо с землей выгрызаешь, на елки зеленые. Ну, короче, вот такой вот. Фу-фу-фу, дай сюда. Это елки, кот. Вот такая вот травка. Вот, видите, такая вот травка выросла из такого пакетика. Вот такая зеленая травка, да. Ну, вот сейчас мы будем замачивать вот этот вот пакетик. Вот. Я специально ее поставила возле нашей Лизоньки, чтобы ей было удобно. То есть у нас здесь, вот видите, и вода возле нее, и еда возле нее. И вот она вот себе отдыхает вот здесь вот. Вот. Чтобы все было возле нее поблизости. Да. Чтобы ей было удобно. Да. Так, и сейчас как будем замачивать. Замачиваем и посмотрим, что из нее получится через 2 недели. Ну, в принципе, вот травка вырастает за 2 недели, только нужно тщательно поливать каждый день. Вот, не лениться там, смотреть, земля слегка, допустим, подсохла, взял, побрызгал там пшикалкой. Вот такая вот травка, да? А что самое удобное, что самое великолепное и удобное, что такую травку вы можете иметь для котиков, которые не выходят на улицы, которые домашние. Вы можете вот такую вот травку для животных иметь круглый год. Потому что компания Трикси, видите, я покупаю эту травку в фирме CatJoy, вот, она именно позаботилась о том, чтобы у котиков всегда была зеленая травка дома, и чтобы вы смогли ее вырастить. Ровно 2 недели, ну 10 дней так точно. И у вас вот будет такая вот зеленая большая великолепная травка. Я. Ну что, идемте замачивать. Вот желательно вот эти вот все зернышки, видите, зернышки, да, чтобы они погрузились вот в этот, как бы, гравий или наполнитель, я не знаю, чтобы равномерно все было. Вот, и будем надеяться, что вот из такой вот травки, да, через 2 недели у нас вырастет вот такая вот, как здесь написано, видите? Я, Лизонька. Вот так вот. В общем, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, а где купить травку эту фирмы CatJoy. Вот, я оставлю. Эти бузи играемся.
ну, травичкой. А где купить, я оставлю ссылка под описание. Сэм! Сэм постоянно, ну, возле Лизы постоянно кто-то дежурит рядом. Вот. Вот такой вот у нас. Да? Лизавета! Бусинка? Бусинка моя. Ты моя пушистая девочка. Да. Моя пушистая с усышами такими. Да. Моя бубочка. В общем, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, наблюдайте за жизнью котиков. С вами был канал Cat Family. Спасибо, что досмотрели до конца. Кстати, я хотела сказать, что вот с нам с Лизой скоро опять к онкологу, да? Ну вот. Да, солнышко? Бусинка моя, бусинка. Да. Ну и посмотрим по результату вот за месяц, как нам помогает лечение. Пуся, ну куда? Солнышко, тебе так удобно, да, девочка моя? Перевернулась на другой бок. Ой, господи. Ну, в общем, вот такая вот травка для котиков. Как говорится, никогда не сдавайся за 5 минут до чуда. Да, солнце? Да, моя лапочка, моя бубочка. Все будет хорошо.